В рамках федерального проекта «Единая страна. Доступная среда» одинцовские единороссы вместе со сторонниками партии и молодогвардейцами проверили спортивные объекты на предмет доступности для маломобильных жителей муниципалитета. Объектами мониторинга стали Одинцовский спортивно-зрелищный комплекс, волейбольный центр, физкультурно-оздоровительный клуб для спортсменов-инвалидов «Одинец» и центральный стадион. Партийцы проверили наличие подъемных платформ для инвалидов, травмобезопасных перил и пандусов со специальным нескользящим покрытием, тактильной плитки и систем навигации, специального оборудования для доступности санузлов, обозначенных мест парковки для инвалидов, кнопок вызова в местах, где может потребоваться помощь оператора. Результаты проверки были зафиксированы и взяты в работу.